Скинь фотку из душа. Покажи жопу. Я просто хочу на тебя посмотреть. Пацанам резко стало похуй на душу. Одно лишь желание кого-то раздеть. Сказать потом про легкодоступность. Назвать очередную девушку шлюхой. Но если смотреть по вашим поступкам, вам рот открывать не должно хватать духу. Сейчас расплачусь, разрыдаюсь, спущу свою скупую мужскую слезу. Нет. Нет, не дождетесь. Почему? Потому что это какой-то полный бред. Ну, мало ли что парень спросил там у тебя в WhatsApp, в Телеграме, где он тебе там написал. Скинь фоточку. Ну, ты можешь не скидывать, тебя к этому никто не обязывает. И парень от этого не перестанет к тебе относиться хуже. А вот то, что вы, женщины, постоянно спрашиваете, а кем ты работаешь? А сколько ты зарабатываешь? А квартира есть? А машина? А дача? А кто твои родители? Как ты видишь свое будущее через 5 или 10 лет? Вот это вот. И если мужчина ответил, что он работает простым рабочим и зарабатывает 15-20 тысяч, и у него нету своей машины там, либо квартиры, то, скорее всего, он попадает сразу же в черный список. Нет? Нет?